Сегодня на базе территориального центра социального обслуживания населения Московского района города Бреста состоялось торжественное открытие третьего отделения дневного пребывания для инвалидов. В настоящее время в учреждении уже работают два таких отделения, каждое из которых в среднем рассчитано на 20 человек в год. Сейчас здесь обслуживаются 77 инвалидов со всего города, поэтому открытие третьего отделения – необходимая мера, чтобы все желающие могли посещать занятия и кружки. Мы открываем третье отделение дневного пребывания для инвалидов. Причем этого события ждали наши подопечные, потому что у нас на обслуживании их находится 77 человек. Из них 15 на надомном обслуживании. И ввиду того, что отделения переполнены, решением горисполкома открывается сегодня третье отделение нового пребывания. Потому что, согласно положению, в общей численности должно быть 20 человек в отделении в годовом исчислении. Многие инвалиды посещают дневные отделения годами с целью развития у них трудовых навыков, ускорения социально-бытовой и психологической адаптации. Здесь работают мастерские и кружки по интересам. Преодолев комплекс четырех стен, люди с ограниченными возможностями находят не просто занятия по душе, а дело всей жизни, дающее возможность самореализации. Основной целью деятельности отделений дневного пребывания для инвалидов является социальная адаптация, социальная интеграция молодых людей с ограниченными возможностями в общество. Мы занимаемся социально-бытовой, социально-трудовой, социально-культурной, социально-психологической реабилитацией таких ребят. Развитие и поддержание у людей с ограничениями навыков поведения, самоконтроля, общения, а также пользование техническими средствами социальной реабилитации – основа создания полноценной безбарьерной среды, которая является одним из центральных понятий социально ориентированного государства. У каждого свой жизненный крест, у каждого своя судьба. И есть люди, у которых крест, наверное, более тяжелый. Это люди с ограниченными физическими возможностями. Задача любого общества, а тем более нашего белорусского государства, сделать их жизнь максимально комфортной, максимально адаптированной к нормальным условиям существования. Вот почему реализуется у нас по республике, у нас по городу Бресту, по Московскому району такие понятие, как безбарьерная среда. Открытие третьего отделения – важное и долгожданное событие для людей с ограниченными возможностями. Именно благодаря подобным учреждениям они чувствуют себя нужными и полезными, имеют возможность реализовывать свой потенциал, расширять круг общения и зарабатывать деньги собственным трудом. На рынке «Лагуна» уже сейчас работает павильон с продукцией собственного производства отделений дневного пребывания инвалидов, где каждый желающий может приобрести изделия и таким образом помочь центру и его воспитанникам. Анастасия Трухнова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.